Поели. Еще два гуся приехало. Так а кто там может решить? Возможно, что наши чемоданы будут в Киеве, это на раз-два. А то сейчас мы уже заберем все, самолет Я понял. Все, закрыли? О, наверное, сейчас поедем в другой. Один самолет зашли. Оказывается, не наш. Через полчаса стоим в очереди. Опять открыли. Владимир, я же не хочу. Или в отель. В отель вечер. Не раньше. Еще, по-моему, выжить. Грех не выложить. Sky up. Хочется первое слово поменять. Куда? В терминал надо. Тепло, хоть бы кондиционер включил. Киев, Запорожье меняются местами, да? А тут наш кусок автобуса хвост вообще ездит, не понимает, что нас... Сразу там была Харьков. К морю. Ну и не к этому? Не-не-не. На одни воды. Будем заходить, спрашивать, куда летим. Когда камеру снимаем, я чуть полицию. Давайте полицию и милицию. Надо туризм вызвать их у полиции, они же боятся. Экскурсия по аэропорту 6 евро. 6 евро? И бутерброд. А мы взяли шампанское. Просуммировали тоже. А у нас 10 килограмм колбасы. А, давайте сейчас поляну накроем такую. Но в чемодане. Тут тоже у нас в чемодане. Да, будет. Нет, у вас 10 килограмм колбасы. Вот там. Известно, в каком самолете. Да, это вопрос. Что ты смеешься? Наша колбаса тоже там. У нас не 10 килограмм, у нас там 3 палочки несчастных. Значит, не ту брали. Там была двойная. Ну да, она захотела. У нас такого вида уже есть. Такая белая, в белой пыльце. И пах, да. Открываешь и пахнет носками. Не открывали. Я вам серьезно. Нам месяц назад друзья привезли отсюда. Я открываю, это что ж оно воняет. И рефлексия тоже доступна. Может, тоже через Киев добирала. О. Да у меня память на всех хватит. Я потом вывалю ее. Вот товарищи. Близкие. Я не могу передал. Их уже выгнали. Вот я никуда не поеду, я здесь. Мне это больше нравится все. Вот так вот Барселона. Thank you.
Дима, Дим, Дим, надо объяснить людям, что там такой же самолет. Что? Они не хотят там садиться, блядь, их человек 5 там возмущается. У них были дома, может быть, 8. Они что же, наверное, зашли, куда? Воу, давай вперед! Мы задом не ездим, блядь. Слышь, на кондиционер бы хоть включил, и ездишь он тут все равно. Ой, можно чуть-чуть? Да. Есть, ну вы что, ну как это не жлоб. Жлоб топлива. Все усаживает. Я думаю, нет. Четыре автобуса людей. Что-то решает, но не летим еще. 13:00 по... По документам они нас не могут. По документам мы улетим. Да. Да, да, там 13:00 по их 13:10 уже летит. Когда эти цыплята уже решат, а? Так что-то там решает. Испаньола. Они раньше намного прошли. Курсия нам. Да уже часок, наверное, тут сидим уже. Я не до сих пор не знаю. Не летайте, люди, на скайках. За избежанием беспорядков. О, давай. Мы сейчас как выйдем. А потому что там что же мы вас смущались? Придется вызывать всех. Да, катаемся. Реклама нормальная будет. Конечно. Такие гуси здесь не летают. Теперь надо этим ребятам объяснить, что мы. Да, теперь полицейский надо еще объяснить. И показывают два разды. А может кто-то их вызвал? О, ты что, молодцы вы. Опять не тот самолет, наверное. Ты тоже помогает. 22 число. Сегодня день Н. Давай выйдем все! Пока не выйдем за самолет, пока нам не покажут, там наш чемодан с нашего рейса. Да. Не могу. Будет огонь вообще сейчас. Ну да, с такой организацией лучше проверить. И сколько топлива? А то будем все без чемодана в Запорожье. Или в Киеве. А чемоданы в Запорожье. Пускай стюардесса выйдет, она хоть понимает. Потому что этим балбесам нечего рассказывать. Мы сейчас главного бортпроводника позовем. Ага. Не-не-не. Желтенький, мы так просто теперь не зайдем. Все, стоим, не выходим. Пускай выходят они теперь. Да, девочка с нашего, помните, они уже боятся. Уходи.
Давайте кто-то один там. Не, по положунику проверяют. Не, не выходите, пускай сами идут. Это 2 секунды это дело, ну что ты? Я думаю, экипаж-то должен знать. Постучите ему в кабину. Ну, стекло. Не в его кабину. Зачем еще одна полиция? Забирают мужика, забирают. Да, вот ты их выслали для кривлянина. Так какой сейчас отрывай давай. Да, три. Да. Тихо, тихо, тихо. А, стоит.